все мои попытки окончить музыкальную школу закончились провалом. Потому что, когда я был ребенком, я не понимал, зачем мне вообще, в принципе, нужна музыка. Меня никогда не тянуло к этому. Родители на этом не настояли. Но когда я уже вырос и начал диджеить вовсю, я понимал, что та музыка, которую я играю, и какие-то клавиши, наверное, это совсем абсолютно разные вещи. Вот. Но спустя какое-то время я все-таки решил взять несколько уроков для того, чтобы наверстать упущенное, скажем так, потому что, когда я начал записывать свою собственную музыку, мне показалось, что это нужно знать. Но моего пыла хватило лишь на 10, даже, наверное, 5 занятий на фортепиано. Я записался в школу, купил какую-то книжку по музыкальной грамоте и начал ходить. Интерес сразу же пропал, потому что я знаю, что, скорее всего, учатся играть именно по принципу, когда ты играешь чужое произведение, сначала простое, потом сложное. Таким образом, ты как бы перенимаешь вот этот вот скилл. Но честно скажу, что я в тот момент уже крутил синтезатор, и мне просто было скучно ходить играть на фортепиано. Вот это все, тем более пальцы не особо слушались. Короче, я забил. Сэмплирую я мало. И обычно я синтезирую и все-таки использую какие-то клавиши. Но зачастую это какие-то либо маленькие клавиши, либо секвенсоры, поэтому я, скорее всего, в сторону секвенсоров-то всегда и смотрел. Но со временем, поскольку моя музыка раньше была супер сухой, а сейчас она раскрывается, и я тем самым перестаю как бы стесняться себя и начинаю раскрывать все больше и больше какие-то мелодии из себя доставать, и я понимаю, что в этот момент я как бы становлюсь собой, мне это очень нравится. Но скилла создания аккордов мне, конечно, сильно не хватает. И когда в DigiTact добавили возможность делать аккорды, да, то есть там можно нажимать одну кнопку, и в итоге он тебе делает три клавиши, короче, аккорды. И я пробовал эту функцию, это очень удобно. В принципе, далеко просто я не мог куда-то уйти. То есть я использовал вот эти стандартные скейлы, которые тут есть, но понимал, что, скорее всего, я тоже как-то вот использую какие-то пресеты. И, короче, я решил попробовать создать свои собственные интервалы, свои собственные интервалы для аккордов, которыми я и буду создавать музыку в последующем. То есть я решил проверить вообще, насколько реально найти свой интервал в аккордах и использовать его постоянно в своей музыке. С помощью чата GPT я начал некий диалог с ним, который знакомил меня с квинтами, с малыми терциями. Там октавы, понятно, мы все знаем, очень большие терции, там сексты и все такое. Чат GPT в этом плане очень хорош. И мы начали с ним разговаривать на тему того, что мне нужно, что я люблю. Я ему там задвинул: давай даб-техно, давай там хаус и все такое. В общем, чат GPT рассказывает. Для даб-техно и хауса важно создавать глубокое и атмосферное звучание, используя интервалы, которые придают пространственность и гармонию. Вот несколько советов по использованию интервалов. Иднин. Для даб-техно. Октавы. Чистая октава, 12 полутонов. Классический прием для создания глубины басов. Октава усиливает основной тон, не добавляя лишней напряженности. Квинты, 7 полутонов. Еще один способ добавить мощи и гармонии, особенно в басах и пэдах. Квинты часто используются для поддержания минимализма и ритмического фокуса. Ну, в общем, я послушал краткую такую выжимку того, что мне нужно. Сразу сфокусировал чат GPT на то, что мне нужно. Я люблю Детройт техно, я люблю даб техно, я люблю хаус. И мы решили с ним пробовать создавать вот эти вот интервалы для аккордов, которые сегодня вам и покажу. Поскольку у меня вот тут собранный такой в ящике грувбокс, который имеет свой секвенсор, я определил эту стойку вообще в отдельную такую в продакшн историю. Это не совсем, наверное, для лайвов, это больше для накидывания наброска. Вот. И Arturia BeatStep Pro, она не обладает полифоническим секвенсором, а DigiTact им обладает, но он какой-то такой, короче, не персональный, скажем так, нельзя собственные там настроить интервалы. И мне нужно было решить как-то эту задачу. Плюс у меня еще стояла задача в том, что эти два секвенсора, они как бы управляют у меня синтезатором, синтезатором Mi, моими любимыми, которые здесь вот находятся, оба секвенсора. И они должны друг другу как-то не перекликать. И в этом мне, на самом деле,
очень здорово помог MIDI-хаб. MIDI-хаб — это такое устройство, кто давно на моем канале наверняка знает уже, я говорил не раз об этом девайсе, что использую его как MIDI, как MIDI-сплиттер, как MIDI-фильтр, как MIDI вообще, в принципе, девайс, который может все. Но по-настоящему все функции я его мало использовал. Там можно загружать пайпы, именно так называются вот эти пресеты для MIDI, которые на сайте разработчика указаны. Там был пайп, который, например, Digitone делал из обычного синтезатора, превращал его в генеративный такой патч. В общем, пробовал я какие-то такие штуки использовать. И вот совсем недавно, поскольку у меня действительно стала нужда, вот у меня, например, Proteus, он принимал... То есть я соединил два секвенсора, Digitact 2 и Arturio. Вот здесь есть 4 инпута, я 2 инпута вставляю, 2 секвенсора и отдаю, например, на один и тот же синтезатор. И Proteus глючил, он, например, клок воспринимал с обоих девайсов, хотя я вроде там отключал. Но у него клок... Ритм показывался внутренний, там не 128, а почему-то больше, не знаю. В общем, эта штука, она позволила мне отфильтровать этот ненужный клок от Beatstep Pro с помощью пайпа вот этого. То есть, как это выглядит? Это вот такая программка. Туда можно набросать следующую штуку. Она называется гармон здесь, и получается из одной ноты он делает несколько интервалов. До 8 интервалов там может быть. В принципе, вообще бешеная на самом деле штука. И я решил... использовать MIDI-хаб для этой задачи. У этого MIDI-хаба есть 8 банков. Ну, такие банки, которые можно загружать вот различные эти пайпы и выставить как угодно. По сути, я раньше использовал только один, как-то там настроил его и все. Сейчас я забил все 8. Один из них, первый, я настроил просто как будто бы вот тот роутинг, который мне тут нужен для того, чтобы всеми синтами управлять с двух секвенсоров. Его настройки там нет смысла рассказывать, потому что это реально индивидуальная штука, она как бы мало кому подойдет. Но 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 я настроил как раз-таки на аккорды и на разные интервалы. У меня тут в книжечке записано, что и как. Сейчас я вам расскажу об этом. Но смотрите, первая программа воспроизводит одну ноту. Как только мы идем на вторую программу, он начинает воспроизводить мажорный аккорд. Именно такой аккорд с такими интервалами мы вычислили посредством общения с чатом GPT. Выяснилось, что он мне советовал какие-то свои. Я там добавлял что-то, менял иногда. Вот этот мажорный аккорд выглядит так. Плюс 4 к основной ноте, плюс 7. И плюс 11. Но фишка в том, что здесь в настройках можно исключить корневую ноту. И так очень часто используют в джаз-музыке. Мы в Катом Плюс в чате общались на эту тему. Там есть ребята, которые музыкальную школу заканчивали очень хорошо и учатся, знают толк, в общем-то, в музыкальной грамоте. Сказали, что это часто прием для джаз-музыки, в принципе. И мне это понравилось. То есть получается, что я нажимаю ноту до, например... Саму ноту он не воспроизводит, а воспроизводит только вот эти интервалы. Плюс 4, плюс 7 и плюс 11. А третью программу я настроил минорный аккорд, который также не включает в себя корневую ноту, а добавляет плюс 3, плюс 7 и плюс 10. Обычный минорный аккорд. В принципе, ничего сложного нет. Вот на четвертом я настроил уже что-то типа ближе к дабхаусу. Мы как-то начали двигаться. В итоге он просто смещает третий интервал. Не плюс 10, а плюс 11. И включили корневую ноту. И того аккорд состоит теперь из 4 нот.
Почему-то не все ноты он воспроизвел, когда я повторно нажал, но у меня тут в настройках стоит еще шанс срабатывания. Здесь тоже есть некая рандомизация, чтобы не все ноты не всегда воспроизводились. То есть, по сути, когда будет играть секвенция, например, некоторые ноты будут проскальзывать, тем самым добавляя такой, ну, такой динамики, живости, что ли. Дальше мы двинулись в сторону даб-техно, наверное, и на пятой программе я настроил аккорд, который включает в себя тоже 4 ноты. Это плюс 5, плюс 7, плюс 12. И включает в себя корневую ноту. Наверное, хорошо бы послушать именно такой аккорд на какой-то, каком-то другом тембре. Сейчас я попробую найти что-то дабовое. Чуть попозже я вернусь, наверное, к профиту. Покажу сейчас сначала здесь. Все пройдем, покажу, как дабовый аккорд звучит лучше на профите. На шестую программу я настроил Detroit. Detroit аккорд, который состоит из аж из 5 нот. Это плюс 3, плюс 7, плюс 12, плюс 15 и включая корневую ноту. Давайте послушаем, как это звучит. Чтобы усилить этот эффект, там пришлось повторить, почему тут, в принципе, 5 нот, потому что плюс 12 – это нота, которая повторяется в другой октаве, на октаву выше, а плюс 15 – это та самая терция, которая плюс 3 повторяется еще раз в другой октаве. То есть, по сути, там две ноты играются дважды, и получается вот такой вот интересный аккорд, который вызывает некую такую эмоцию, что ли, более... Ну, более, короче, эмоциональный аккорд получился. На шестой и седьмой я настроил очень интересные аккорды, которые... Ну, мне захотелось использовать еще как-то эти два слота для того, чтобы настроить и использовать их в своей музыке. Я решил что-то нейтральное, которое подойдет и в мажорную, и в минорную гамму. Если трек будет, ну, как бы сопутствовать какому-то настроению, то он, в принципе, подойдет к любому. Есть такой аккорд, называется Power аккорд. Конечно же, я об этом тоже не знал, но хотя тут, в принципе, все просто. Базовая нота и плюс 7. Такой интервал, две ноты всего, которая позволяет... Сейчас я включу его. Такой эффект нагнетения, что ли, получается. Очень часто используется это в техно-музыке. И на последнем я настроил SUS 4, он так называется, SUS 4. И здесь также плюс 7, плюс 5 и плюс еще корневая нота. Итого, эти оба аккорда, они как бы подходят под и минорную, и мажорную гамму, если она будет в треке. То есть, в принципе, что-то нейтральное для того, чтобы просто создать атмосферу. Thank you.
20 градусов, они очень подходят, наверное. Да пофиг. В общем, поверьте на слово, что это работает. Вот такой суперскилл я для себя открыл. На самом деле эти пресеты, понятное дело, можно менять, можно фильтровать их. У меня там есть, например, настройки. В каждом из этих пресетов есть настройки, которые позволяют там исключать, например, пятый канал или второй канал по MIDI, чтобы они, там, например, некоторые синты не перекликались. Можно и в синтезаторах иногда это настроить, в грувбоксах, но не во всех это возможно, поэтому эта штука позволяет мне работать с MIDI в любом направлении, как я хочу. Очень гибкая история, при этом имеет 8 таких пайпов, которые можно сохранять по своим нуждам. Об этом сегодня хотел я вам рассказать. Вчера целый день провел я в настройках, в предвкушении создания музыки таким способом. Надеюсь, вам понравилось. Кто-то возьмет на вооружение, возможно. Я думаю, что это можно реализовать и в DAW, и в каких-то других девайсах, наверное. Возможно, другие есть MIDI-устройства, о которых я не знаю. Есть, по-моему, рековые какие-то штуки такие, которые тоже можно для этого использовать. Ну и на этом сегодня все. Большое спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Большое спасибо бустерам. Большое спасибо спонсорам на YouTube, которые смотрят мой эксклюзивный контент и тем самым вкладывают в развитие моего канала. Подписывайтесь в социальных сетях везде. До встречи. Пока.